Так, ребят, всем привет. Сегодня у нас 19 мая, воскресенье. Время 12 часов дня. Ребят, город наполовину пустой. Я в шоке просто. И мы вот это что-то вышли, не пойму, зачем я вышел. Короче, зачем-то вышел. А, вспомнил, мне надо на шторы купить этих самых скрепочек маленьких. Так, ребят, в общем, пришли на дом. Хотите прикол? Черешенка моя уже там. Все, красавица. Вот она, черешня моей мечты. Сейчас в Киеве и в области, где-то, ну, в тех районах, смотрел я цены на черешню. Штука 900 за килограмм, прикиньте. А здесь... О, ежик, ля, пролез. Ого, какой здоровый. Дружище, на, убежал. Так, короче, дед планирует покупать курей. Поэтому решили всеми возможными силами установить на доме загородочку. Потому что в прошлый раз курей подавили. Собака подавила, короче. А в этот раз решили сделать такую загородочку. Пробурили, короче, все как положено. И пытаемся что-то маштырить. Что-нибудь такое, знаете, интересное. Чтоб куры не вылетали. Чтоб собака туда не попала. Теперь у меня, ребята, вагон и маленькая телега времени. Потому что я уже уволился. Пока есть время с фрешмиксом. Вот, не хочу рисковать. Не хочу. Потому что сейчас вообще, честно говоря, неизвестно, что оно, как оно дальше будет. Но это мое мнение. Поэтому пока здесь посижу дома. Вот, меньше, конечно, лажу. Но ну его в баню. Илюха там где-то бига. Так, ну что, прогуляемся по нашему огороду. Посмотрим, что у нас зашло, что не взошло. Лучок зашел нормально. Укроп, че этот, буряк с морковкой не взошли, морозы были. Побило все. Чесночок. Нормально. О, нормально, так, нормально. О, будем с грушкой в этом году. Это хорошо. Картофанчик наш отошел местами. О, как дым стоит. Ля, это что? Бреннера. Ля, и картошка растет. Короче, все вместе, ребят. Колорадский жук, походу, помёрз. Это большущий плюс. Его что-то нету. Хотя картошка вот уже вот-вот собирается, кстати, цвести. Я вам покажу. Так, где она? Ага. Нашел. Вот он. Скоро цветочки. Потом отойдут цветочки. Выкопаем молодычку. По 60 гривен молодычка, картошечка. Здесь что-то слабовато. Но взошла. Ну, а в остальном, ребят, не садили пока еще помидоры. Не сеяли пока еще огурцы. Потому что дни хоть и теплые, а ночи, к сожалению, до плюс 10 ночью. Здесь яблочки. Помню я эти яблочки, какие большие были. Ну что, малыш, собираемся уже домой? Ладно, ребят, собираемся домой. Так что на этом все. Завтра с вами увидимся. Будьте здоровы, хорошего всем дня.